В Израиле там сколько процентов? 80% населения все заболели. Но новая волна. Это дельта и другие варианты, наверное, уничтожаются. Ну вот я сказал, у меня реально эксперимент практически получился, сам на себе провел. Олду беним яканым, да? 35 человек вокруг меня заболели, потому что мы поздно ревакцинировались. Я ну да, чалышан, 30 кишек адаш хасталанды, и шунчу дозу геч алдыклары ищен. Адъютант, с которым я целый день проработал с утра до вечера, заболел. 24 сат я нам да улан, я верим, я у меня титры высокие, у меня, слава богу, пронесло. Бана если еще олмады, антикорум дюзе юксек олду ищет. Качество. Сколько у вас были антитела? Я не помню. Где Атырламыл. Они по-разному считают, где-то 15-16 там единиц. 15-16 мы хатырламываем. 15-16, по-моему, все-таки близкий уровень. Это, они как-то по-разному это считают. Онлары фарклы системлери ваши. Специалист сказали, что это у меня высокий. А мои антитела были больше 1100. Ну, это как-то по разным подсчетам. Фарклы системлери ваши. Вот, но у меня был высокий, вот видите, несмотря на то, что я с инфицированным человеком целый день провел вместе, я не заболел. Или вместе олду мальде, потом шел мальде. А что, в следующий раз будете ревакцинироваться? Во-первых, своевременно, а во-вторых, дозу спутником лучше. Асла их малет мы. Хем заманын да алып, хем спутником. Бионтек оларак алып. Я уже это сделал, Файзер Бионтек. Третью дозу. Да. При вас в следующий раз. И стора кини спутника. Спасибо вам за визит, очень было полезно и содержательно. Будем в контакте. Самолыва я рано иду, смотри, не слушай. В полном объеме запущен и работает турецкий поток, газопроводная система в Турцию и транзитный в южноевропейские страны. В этой связи не могу еще раз вас не поблагодарить за неизменно последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России. И вот сейчас, когда мы наблюдаем достаточно сложный турбулентный процесс на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно. Hepsinden öte gerek siyasi, gerek askeri, gerek ekonomik, gerek ticari alanlarda Türkiye-Rusya ilişkileri hakikaten çok farklı bir şekilde kendini gösteriyor. Doğru bir şekilde gelişiyor. Karışmıyor. İyi tempoyla gelişiyor.